хочется сладенького. Нет-нет, бэби Аннабель, конфетки тебе сейчас ни в коем случае нельзя, иначе у тебя испортятся зубки. Тогда дай мне шоколадку, она тоже вкусная. Нет, котенок, и шоколадку тоже нельзя. Все сладости ты получишь на выходных, бэби Аннабель. Еще очень долго ждать, а мне так хочется вкусненького. Малышка, у нас есть фруктовое пюре, оно тоже очень вкусное. Вот, держи, твое любимое, с грушей, бананчиком и киви. Ура, ура, фруктовое пюре! Да-да, малышка, давай я открою пакетик и тебя покормлю. Ой, подожди, бэби Аннабель, так не пойдет. У тебя все валится изо рта. Мы забыли про нагрудничек. Подожди-ка минутку, я за ним схожу, иначе ты перепачкаешь свою белую маечку. Но я не могу только ждать. Я хочу сладкого, вкусного фруктового пюре. Ладно, я его покушаю сама. Какое же оно вкусное! Бэби Аннабель, а вот и я! А, малышка, ты что? Почему ты меня не дождалась? Ты видишь, что произошло? Ты испачкала фруктовым пюре свою одежду! Это ничего! Я знаю, что ты все постираешь, мама! Ай-яй-яй, малышка, все равно не нужно специально пачкаться. Хорошо, что у нас есть стиральная машинка. Пойдем, я тебя переодену и умою. Проходи в нашу прачечную и снимай свою маечку. Вот так, быстрее вытаскивай свои ручки. А теперь и ножки. Ой, какая ты мурзатая, бэби Аннабель. Давай-ка, я тебя быстренько вытру. А сейчас постираем твою грязную маечку. Откроем нашу машинку. А теперь закроем. Выберем температуру, выберем программу и нажмем на старт. Странно, почему вода не набирается? Эй, машинка! Что с тобой? Наверное, она сломалась, мама. Я вчера видела, как малышка Оля что-то в нее прятала. Да? Куда? Я должна это обязательно найти. Ну-ка. Так вот, почему машинка сломалась. Оля спрятала сюда две бусины. Ах, ну что же, ничего не поделаешь. Придется вызывать мастера. Здравствуйте, мастер! У нас сломалась стиральная машинка. Срочно приезжайте и почините ее. Ну вот, готово! Мастер скоро приедет, но пока он не приехал, мы не сможем стирать. Так что теперь, бэби Аннабель, будь очень внимательна. Не пачкай, пожалуйста, свою одежду. Хорошо, мамочка, я больше не буду. Вот так сегодня бэби Аннабель кушала сама и сильно перепачкалась. А еще у нас сегодня сломалась стиральная машинка из-за маленькой проказницы Оли. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока!